Привет, друзья! Предлагаю вам рецепт простого сметанного торта «Мишка на севере». Пропитанный, мягкий, вкусный торт из доступных продуктов. Сделаем тесто для коржей. Понадобится 500 граммов муки, 240 граммов сахара, 10 граммов ванильного сахара, 250 граммов сметаны, у меня жирностью 20%, 180 граммов сливочного масла, щепотка соли, 1 чайная ложка соды и 1 чайная ложка разрыхлителя. Дополнительно нужно 20 граммов муки и 15 граммов какао-порошка. Сахар соединяю со сливочным маслом, порезанным на кусочки. Переношу на плиту, нагреваю, чтобы масло и сахар растаяли. До кипения не довожу. Получается густая сахарная масса. Переливаю ее в миску для замешивания теста, предварительно не остужаю. Добавляю сметану, можно холодную, ванильный сахар и соль. Все хорошо перемешиваю. Муку смешиваю с содой и разрыхлителем, просеиваю в миску. Замешиваю мягкое, не липкое тесто. Готовое тесто делю на две половины. В одну подмешиваю 15 граммов просеянного какао-порошка, в другую 20 граммов муки. Тесто накрываю и убираю в холодильник на 30 минут. Духовку разогреваю до 200 градусов. Первыми пеку светлые коржи, чтобы определить точное время выпечки. Тесто делю на 4 части. Получится 4 светлых коржа. Каждый кусочек раскатываю на пергаменте в тонкий круглый пласт. Коржи буду подрезать по диаметру 22 сантиметра. Раскатываю немного больше с запасом. Тесто прокалываю вилкой, чтобы оно не вздувалось во время выпечки. При 200 градусах выпекаем 5-7 минут до золотистого цвета. Для моей духовки время подошло 6-6,5 минут. Готовый корж подрезаю до нужного диаметра и оставляю остыть. Корж мягкий, по краям более подсушенный. Аналогично поступаю и с шоколадным тестом. Должно получиться 4 светлых коржа и 4 шоколадных. Теперь сделаем крем. Для него нужно 800 граммов сметаны жирностью 25-30%, 10 граммов ванильного сахара или ваниль и 130 граммов сахарной пудры. Все соединяю в большой миске и взбиваю, начиная с минимальной скорости, постепенно ее увеличиваю. Крем сначала станет жидким, со временем увеличится в объеме, станет пышным, мягким, но будет немного держать форму. Собираем торт. Начинаю с шоколадного коржа. Кладу его на блюдо, сверху кольцо для сборки торта и закрываю его пленкой. Весь крем нужно разделить на 8 прослоек. Получается по 110-120 граммов. На каждый корж выкладываю порцию крема. Коржи по очереди. Шоколадный, белый, шоколадный. Так нужно собрать весь торт. Сверху накрываю и убираю пропитываться в холодильник на 12 часов, а еще лучше на 24 часа. Перед подачей на стол украшаю торт тертым шоколадом, натирая его овощечисткой. Бока ничем не декорирую, и так получился красивый оригинальный торт. Вес торта 1 кг 800 граммов, диаметр 22 сантиметра, высота 8,5 сантиметра. Торт мягкий, пропитанный и очень вкусный. Желаю вам удачной выпечки и до новых встреч!